Привет всем! Это Гуня, специально для проекта «Радикальная поэзия. История одного разврата глазами стен старого театра». Улыбка прикована к лицу клоуна. Лучи солнца лгут в порывах шторма. Еще одна струна оборвана. Женщина слаба даже в руках воина. Закулисная интрига набирала силу. Ведущий актер соблазнял балерину. Введен новый балет в проект, не сыграла роль, цена на билет. Мест нет, зритель доволен игрой. Лицедейство в уюте декорации. В сердце каждому за что и шумоваться. Авторитет героя повышен вдвое, аплодисменты стоя актеру в образе воина. И этот воин тотчас же после премьеры, так сказать, хвастаясь своим шедевром. И этот случай точно здесь был не первый. Балерина невинной отдалась ему в костюмер.